Не просили? О, прятки, прятки, чат. Все, let's go. И новая локация. Город Арзамас. Здание заброшенной школы. А! И сегодня Егор Крид будет искать актера Алексея Кривеню. Интересно так. Тиктокера Лешу Янгера. Интересно, как ты скажешь тиктокер? Думаю, что нет. Контент-мейкера. Контент-мейкера. Супер Стаса. Рэпера Марата Сквозь Баб. Сквозь Баб. И видеоблогера Даника. Let's go. Участники готовились к игре несколько дней. Но они еще не знают, что так сегодня эпично. У Егора для них есть особый сюрприз. Особый сюрприз. Какой же? Сегодня я достану его из штанов. Сейчас, скажите сразу, нас нормально слышно или нет? Сделают ли прятки потише? Это я для нас сделал. Пишет все ок. Громче видео. Давайте я нас потише сделаю, так ок. Я их найду. Это ты принесла? Да. Просит чат убрать. Ну что, друзья, всем привет. Привет всем зрителям. Здравствуйте, зрители, всем привет. Добро пожаловать в Арзамас. Вы здесь были 3 дня назад, искали себе ребят, самое идеальное там было место холодно. Для прятки, а я сюда приехал. Сделайте погромче. Скажите, как там внутри? Прекрасно. Бля, я не могу теперь сделать нарезку. Я думаю, мне сегодня понравится. Перед тем, как сегодня начну, я хочу вам напомнить правила. Все прятки должны быть строго внутри здания. У меня обязательно должен быть доступ к месту, где вы спрятались. Прятаться в местах за красно-белой лентой нельзя. Это не игровая зона. Покидать место прятки во время игры нельзя. У вас есть полчаса, чтобы спрятаться. У меня будет ровно час на поиски. Ну и, конечно, тот, кого я не найду, получит 250 тысяч рублей. Слушайте, чат, сейчас тут будет интересно. Сегодня я хочу изменить правила. Ага. Не 250, а 100 тысяч. Сегодня у вас есть возможность выиграть не 250 тысяч рублей, а в 2 раза больше. 500 000 рублей, до которой вы приготовили. Я и найти полностью новое место за 30 минут. Let's go, chat! Я сильно? Очень хотела рискнуть в этот момент. Сколько не рискнул, ты сказал денежек? 500 000 рублей, если вы отказываетесь от своего места прятки, от реквизита, и ищите новое за 30 минут. Час, спасибо за 31 тысяч онлайн. Давай за 500 000 просто откажусь от участия. Я за 1 000 000 могу сказать, где я буду прятаться. Кто-нибудь пойдет на такое сегодня или нет? У меня сейчас небольшие проблемы со здоровьем. Так бы я согласился, но мое место позволяет мне... Чувствовать себя прекрасно. Чувствовать себя, да, хорошо, так что я откажусь. Я не откажусь от своего места, потому что что-то интересное я придумал в этот раз. Хорошо. Я хочу согласиться, но я тоже подготовился. Чего я зря ездил сюда? Чат, убрать чат с экрана? Не, я пас. Я не вывезу это. Короче, я... Давай, Янгер, ты сможешь. Янгер, не поддавайся! С условием того, что ты не подготовился заранее, это, ну, все спамят чат, это вот шанс супер маленький. Очень, мы очень обходили маленький. Локации, реально, супер маленький шанс. Зато получить представь, эти бабки. Все будут болеть за тебя, говорить, какой ты красавчик, ты рискнул. Ну ты байтишь, а? Конечно, байчу. Смотри. Смотрите, я 2 раза участвовал в 2 выпусках. В 2 выпусках победил. Победил. В этот раз у меня есть место прятки, но я думаю, что ты, наученный опытом, быстро можешь меня в нем найти. И я думаю, на самом деле, рискнуть. Да ладно. Найдешь или найдешь, Сильно. Короче, давай, я тоже рискую. Давай. Серьезно? Да, молодец. Давай. Пофиг, живем один раз. Два человека рискнули. За смелость. Я записал свой блокнотик 2 имени, которые уже точно проиграли. Хватит стоять на месте. Идите. Побежали! Так было холодно. Кошмар. Янгер, я вообще в шоке, что ты решился на это. Да я сам пока не понимаю. Проиграть все это, конечно, весело, но можно выиграть 2 раза больше. Ох, ребята, не знаю, во что я впутался. Вот он. Зря ли я на это настоящий согласился. Лудоман. Сердце колотится прям по-настоящему. Все, ребят, всем удачи. Марат, ты куда? У нас нет реквизита.